Оставьте сообщение после сигнала, и я перезвоню. Спасибо. Спасибо не скажешь за спасение твоей шкуры. Ты свою спасал. Мы просто были на одном самолете. Сколько я для вас сделал, а ты так со мной обращаешься. Ладно, не скучай, я еще вернусь. Это все. Но ты зануда. Неужели так сложно хоть раз порадовать меня? Эй, Сэм. Как дела, Чарли? Ну, в общем, хорошо. Система восстановлена до момента заражения. Ты знаешь, когда вирус попал к нам? Нет. Ну, может быть. Но это не так просто, да? Посмотрю, как там грим. На этом все. Ага, да. У меня еще полно работы. Эй, Брикс, проблемы? Да. Я вдруг перестал постоянно хотеть выкинуть Кобина из самолета. Странно. И не такое бывает. Ну да. Думаю, любая сволочь может стать героем. На этом все. Поговорим позже, Сэм. Эй, Грим, не узнала, когда мы подцепили вирус? Я тут вся в ремонте. Скинула это на Чарли. Он что-то нашел? Ничего. Даже странно. Он скорее гадать начнет, чем признает, что чего-то не понял. Да, что-то с ним не так. Спасибо. Поговорим позже. Типа измененного стакснета, что ли? Около того. Причем адаптируется к смене железа, цепляется сходу, шлет новые данные на сервер.
И оттуда его перестраивают под эту систему. Да, красотища. Ну, то есть, отстой, но отстой гениальный. Ваша работа? Боже упаси, я думал твоих корешей. Нет. Красивая штука, опасная. Убьет любую систему при заражении. Сам напоролся. На твоем месте я бы метнулся через океан. И о финансах. Международный рынок сегодня отметился взлетом фьючерсов на газ. Частные компании были крайне агрессивны. Аналитики в основном грешат на спекулянтов, но поговаривают и о загадочном теракте «Американский огонь», который ждут со дня на день. Наблюдался спрос на уголь и сырую нефть, но газовый ажиотаж поглотил и его. Что у нас? Черт, шеф, тревогу бьют на всех предприятиях от Галвестона до Миссисипи. Не понял, подробнее. На всех станциях крекинга и обогащения накрылись безаварийные системы. Защита упала, электроника в ноль, админов отрезало. Это вирус. Черт, легкие мишени. Шли туда всех, кто ответит. Пожарных, скорую, полицию. Эти места нужно оцепить. Звоним губернатору? О болване губернаторе забудь. Вызывай национальную гвардию. Пусть поднимают все резервы и шлют туда. Скоро станет жарко. Давай проверяй частоты, все до одной, пока не пробьешься, ясно? Брикс, есть новости о том корабле? Никакой связи с миром у нас по-прежнему нет. Не можем ни с кем связаться, но работаем над этим. Чарли. Вирус. Я нашел источник. Он проник, когда мы потрошили тот планшет из Миравы. Не может быть, система... Я тут изменил пару протоколов защиты. Хотел увеличить быстродействие. Ты пустил вирус в систему? Вот как нас нашли в Мексике. Нет, не так. Пока мы были на Земле, я связался с одним знакомым из того картеля. Инженеры объявили за нас награду, и он нас, похоже, продал. Чарли, как... Есть! Теракт «Американский огонь» удался. Отсюда и программа сохранения правительства. Что было их целью? Прости, Сэм, слишком много информации. А вот. Похоже, Луизиана. Сабин Пасс. Танкер с газом. О, боже. Сабин Пасс. Крупнейший топливный терминал на побережье. Перед ударом танкера инженеры еще запустили в терминал вирус. Системы безопасности, их дубли. Все было отключено. Вирус работает точно так же, как и на нашем самолете. Вот черт. Все топливные базы побережья заражены. Если так пойдет... Их взорвут одну за другой. На горящем заводе небезопасно. СМА рекомендует вести разведку трикоптером и забрасывать противника гранатами. Готов? Снижаемся до 500. Замедляемся. И 3, 2, 1. Пошел! Пошел! Грим, Сэм пошел. Ясно. Поехали. Грим, я на земле, иду к сбитому вертолету. Сэм, котики под плотным огнем с земли. Инженеры? Да, спецназ в ловушке, не знаю, сколько продержится. Я свой! Меч! Хаос! Откуда ты знаешь отзыв? Если ты передумал стрелять, не тыкай в меня стволом, я пришел помочь. Нам помощь не нужна. Откуда ты взялся? Сам по себе. Вам приказали зачистить терминал? Нас послали остановить танкер, но было поздно. Мы прибыли после столкновения, наткнулись на противника. Почти взяли их лидера, но тут началась херня. Грим, тут приоритетная цель из инженеров.
Дай координаты. Есть. Осторожно, Сэм. Выхожу. Грим, найди мне их лидера. Котики. В порядке, ждут врачей, иди дальше. Грим, ориентиры. Впереди пожарная станция. Там спасатели под обстрелом. Пожар выходит из-под контроля. Нейтрализуешь всех инженеров, чтобы пожарные могли заняться своим делом. Сэм, впереди много противников, и они вооружены до зубов. Убирай их по одному, не то тебе крышка. Thank you.
У пожарной станции чисто. У тебя? Ищу лидера инженеров. Держи в курсе. Все чисто. Можете приступать. Спасибо вам. Теперь успеем всех эвакуировать. Должен быть способ остановить пожар. Газ течет в огонь прямо из основного газопровода. Попадет в трубу и все. Это как отливать против ветра. Как он там? Поняли, Сэм. Ищем выход для тебя. Нет, подожди. Найди терминал. Я уничтожу их вирус. Почищу все. Сэр, где аппаратная? Верхний этаж терминала. Но там опасно. Ничего, мне помогут. Удачи, сэр. Удача скорее понадобится тебе. Сэм, если добежишь до терминала, Чарли сможет отрубить подачу газа. Если этот костюм не горит, я попробую. Нет, удачи тебе. Подключился к переговорам инженеров в терминале. Хочешь послушать? Соединяй. Момент. Да,
все готово. Ты молодец, Чарли. Теперь я контролирую все. Свет, двери, безопасность. Стоп. Кажется, я нашел лидера. Он переоделся парамедиком. Даю координаты. Иду. Открываю дверь, это ближайший путь. Не расслабляйтесь, теперь инженеры знают, что мы здесь. Прикрою. Понятно, Сэм. Включилась система контроля газа. Закрыть зону. Сэм, на чертежах есть система вентиляции. Может, рискнешь обойти врагов по ней? Если там уже не тесно. Может, рискнешь обойти врагов по ней? Если там уже не тесно. Спускайся на нижний уровень, Сэм. Ты прямо над лидером. Системы заработали. Похоже, они отбили терминал. Блокировать зону! Особенно восток! Держите меня в курсе! Вперед! Лидер должен быть в поле зрения, Сэм. Вижу. Я пошел. Он пытается сбежать. Я за ним. Ищу другой путь. Чарли, ты должен... Понял. Они уезжают на скорой. Поднимай беспилотник. Понял. Будь на связи. Так, стой, стой, я открою ворота. Помоги мне! Сперва ты. План, сади-ка. Говори. Ты опоздал. Что вы сделали? Ваш президент. Она выдала садику ваших людей. Денвер. Бункер. Садик поджидал их там. Все кончено. Нет, не надо! Перевод получен.
Связь с президентом есть? Еще нет. Есть новости от котиков. Они в порядке. Заправляемся. Взлет через 20 минут. Эй, спасибо за помощь. Не за что. Есть минута? Сейчас? Да нет, пожалуй. Поговорим позже. Грим, вирус. Надо сказать ему. Не надо. Я облажался. Думаешь? Почему ты меня прикрываешь? Ты же не хочешь со мной работать. Нет, не хочу. Спасибо. Сам спросил. Ты никого не слушаешь, думаешь, что знаешь все. Для тебя работа — это игра. Это все? Нет, не все. Знаешь, что меня больше всего тревожит, Чарли? Работаешь ты отлично. Между Садиком и всем миром теперь стоим только мы. Я не могу позволить Сэму скинуть тебя за борт. Прости. Найди способ загладить свою вину.